расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Люди с этим именем будет очень полезно заняться какой-то творческой деятельностью, чтобы обрести уверенность в себе. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. У человека с этим именем есть вибрация, которая наделяет блестящим умом, красноречием, находчивостью и обаянием. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Звук «Ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Обладатели этого имени по своей природе часто страдают от нетерпеливости и поверхностного отношения к проблемам. Им очень сложно завершать начатые дела. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.